Добрый день, дорогие друзья. Наконец-таки я приветствую вас после долгого перерыва. У нас стартует очередное кубок и первенство на призы Александра Панова в конференции А. В нашем первом матче играют в зеленой форме команда Сбербанк России и в красно-белой форме команда Комус. И те, и другие команды должны быть хорошо знакомы настоящим любителям и тем, кто следит за корпоративным спортом в России. Поэтому по ходу матча я вам буду, естественно, напоминать о былых заслугах этих команд, в особенности тех заслугах и победах, которые были достигнуты в соревнованиях, организованных компанией Union Russian Events, поскольку именно эти результаты для нас актуальны и, естественно, всем нам знакомы. Матч обещает быть интересным, если Комус мы видим регулярно на протяжении, ну, по-моему, уже двух сезонов, то Сбербанк России — это та команда, от которой мы немного отвыкли по причине их отсутствия в наших соревнованиях. Ну вот брали они такой перерыв, уж не знаю, чем конкретно занимались в это время, я надеюсь, что исключительно тренировочным процессом. Посмотрим, насколько хорошо у них он прошел и каких результатов они смогут достичь сегодня. И рад вам сказать, дорогие друзья, что, по крайней мере, первые матчи сегодняшнего дня я буду комментировать не в одиночестве. Вместе со мной будет помогать вам смотреть футбол человек, именем которого названы наши соревнования, наш большой друг Александр Панов. Александр. Доброе утро всем и телезрителям в том числе. Вот, сегодня у нас хороший, знаменательный день, солнышко за окном, прекрасная погода, хорошее настроение весеннее. Начало открытия турнира, поэтому, надеюсь, только будет эмоций впереди у нас у всех. И хороший день сегодня, целый день футбола. Что еще нужно, как говорится, для счастья? Приехать, поиграть, получить удовольствие и с хорошим настроением провести целый день. Ну да, день действительно у нас обещает быть долгим. Очень много матчей на сегодня запланировано. Сейчас у нас играет конференция А. Затем будет стартовать конференция Б, в которой собрано тоже очень много фантастических команд. Обращаю ваше внимание на то, что в данной конференции у нас правила проведения игр соответствуют стандартам, общепризнанным правилам мини-футбола. 4 человека находятся на поле. И конференция А в этом смысле пока единственная, в которой игры проходят именно таким образом. Александр, ну, ты уже не первый сезон следишь за нашими соревнованиями. На что рассчитываешь в этом? Кого бы тебе было интересно посмотреть? И, кстати, вопрос, чего ты ждешь от команды «Спецсвязь», которая наконец-таки к нам вернулась? Ну, безусловно, жду, как всегда, хорошего футбола. Естественно, встреча со старыми добрыми друзьями, с которыми я уже, так сказать, на протяжении длительного времени и знаком, и играл когда-то. Ну и вот знакомлюсь с новыми ребятами, которые выступают за разные команды. Вот. Приятно, что «Спецсвязь» вернулась. Будем надеяться, что у них все получится в этом сезоне. Это хорошее событие. Команда всегда была такая интересная, играющая. Поэтому ждем, наверное, хорошего результата от них. Ну, так же, как и от всех. Вот сегодня стартовал матч командами «Сбербанком» и «Комусом». Идет такая интересная, живая игра, не скучно, ребята привыкают немножко к началу турнира. Всегда сложно, наверное, первую игру играть, потому что она проходит очень рано. Многие еще команды, скажем так, могут себе позволить поспать какое-то время. Ну, а вот ребята уже ринулись в бой, идет такая хорошая, интересная, упорная борьба между ними. Видно, что команды подготовились, что радует. И сам турнир, и сами организаторы действительно уже дошли до такого уровня хорошего, что футбол начинает выглядеть как праздник для играющих команд. Поэтому, наверное, отметим руководителей, всех, кто работает над этим проектом. Вот. Так что, опять же, идут комментаторские комментарии, здорово. И это очень так солидно идет через камеру, все, люди могут смотреть, присоединяться в любой момент к трансляциям, что очень важно. Иногда можно не, по каким-то иным, да, причинам не участвовать, но взять, включить интернет и увидеть то, что где твоя команда играет, и порадоваться и за них, и за других ребят. И вообще в целом футбол — это очень интересно. Я думаю, что
Вот такая, такого плана организационный момент для людей, которые работают в банках, которые ежедневно по несколько там часов да, работают в день. Вот выходной такая отдушинка для них, которая радует их прежде всего самих, потому что они вот, много любят футбол, команд очень много участвуют. И мне приятно, что в дивизионе А очень такая сильная идет конкуренция за победу и в кубке, и в чемпионате. Поэтому будем надеяться, что сегодняшний открытый матч, который сейчас идет, порадует всех нас. Вот и гол, как говорится, Сбербанк открыл счет. На мои слова, так сказать, спасибо им за это. И вот уже первый гол сезона уже есть. Так что посмотрим. Очень здорово, что у нас наконец-таки открылся счет на табло. И ко мне только что подоспели официальные заявки команд на этот матч. Сейчас я вам о них расскажу заодно и посмотрим, кто у нас этот мяч забил. Итак, состав команды Сбербанк. Номер 9 Сергей Бучнев. Голкипер Андрей Мариев. Номер 2 Александр Ганюк. 8 Иван Каушнян, 9-й, еще один номер 9-й, Андрей Корнеев, и 11-й номер Виталий Кургузов. Ну вот будем мы стараться разграничивать как-то 9-е номера, чтобы нам не путаться. За команду «Комус» у нас сегодня играют голкипер и капитан команды Игорь Чекунов, номер 2-й Дмитрий Кучинский, 5-й Алексей Смехунов, номер 7-й Андрей Гортунов, 8-й Алексей Локтев, 10-й Вахтанг Меперишвили, 11-й Павел Халецкий и номер 14-й Константин Никитин. Забивает сейчас гол Павел Халецкий, 1-1 становится счет. Долго достаточно команды раскачивались, но, наверное, перешли сейчас за ту черту, после которой по-настоящему начинаются забитые мячи и такая открытая борьба. Александр, ну как тебе первый матч? Многообещающее начало? Ну, я думаю, что да. Обе команды, я говорю, подготовились. Видно, что желание у ребят хорошее, соскучились по большому футболу. Ну, точнее, по мини, но я имею в виду по большому дню футбола, да. Вот, игра идет очень интересно. Команды здорово провели по голу, и оба хорошие комбинации. Так что футбол, мне кажется, такой впечатляет. Да, пока еще мы видим, что не до конца сложился рисунок игры. Наверное, в силу того, что команды абсолютно равны по своему мастерству. Нету откровенно атакующей команды, команды откровенно обороняющейся. Ну, может быть, по ходу игры кто-то возьмет инициативу в свои руки. Пока у нас у Сбербанка продолжают феерить два девятых номера, вне зависимости от того, кто из них кто. Ну, это мы по ходу разберемся. Не хватает пока у «Комуса» Дениса Ботоногова. Вот не приехал он. Ну, может быть, только пока. Надеемся на то, что не связано это с какой-то травмой или с другими причинами. Все-таки игрок очень хороший. И сейчас не хватает его «Комусу». Здорово Игорь Чекунов сыграл. Вновь заставил он о себе вспомнить. В прошлом сезоне феерил. Какое количество пенальти отбил. Просто рассказать никто не поверит. 1-2 сейчас атака. 2-2 уже даже. Скандрить не получилось. Сейчас две команды, да, провели хорошие атаки. Могли, да, и те, и другие отличиться. Но на высоте играют вратари. Давайте отметим их тоже сегодня. Они самые главные герои, помимо футболистов. Вот, поэтому пока все здорово. Команды, вот, видимо, поймали свой темп. И уже такие пошли, такой открытый пошел немножко футбол. С атаками туда-сюда, вот небольшая борьба, видно, эмоции живут, поэтому это классно. Ну, этот сезон обещает быть на редкость интересным. Вот я сейчас разглядываю расписание игр, изучаю, кто будет играть. И в дивизионе есть нам хорошо знакомые друзья. Это команда как раз «Комус», РФК и команда «Спецсвязь России». А «Татнефть» также, да, в прошлом сезоне именно в конференции А играла, если не ошибаюсь. Присоединилась команда «Интеррао», и они, я слышал, что ребята, ну, настоящие профессионалы своего дела. Хотя профессиональных квалификаций
они не имеют. Ну, а если имеют, то закончили свою карьеру уже достаточно давно. В общем, позволяет им регламент соперничать. Команда «Связной» перешла у нас наконец-таки в этот дивизион, где 4 полевых игрока выступают. И от них мы тоже ждем большого, ну или хотя бы маленького чуда. Сейчас у нас назначен штрафной, и судя по тому, что показывал судья секундомер, это значит, что ну секунда осталась, времени хватит только на удар, только на прямой удар, поэтому сейчас Комус, ну, наверное, стенку из всех 4 человек должен поставить. Потому что если будет пас, то следующий удар, пусть он будет и голевым, судья не засчитает. Время, да, исходит, поэтому, конечно, удар непростой должен произойти, но другого варианта нет. Вот и все. Да, ну, попал мяч сейчас у нас. Время все-таки с отката, да, мне кажется, вот чуть покатил удар бы, мне кажется, хватило бы времени этой секунды, но, к сожалению. Ну, может быть, застращал судья, да. Но на то и судья, чтобы авторитетом показывать, как играть нужно. У нас потихонечку меняется погода за окном. Вам это тоже, наверное, хорошо видно, дорогие друзья. Ну вот, еще один аргумент в пользу того, что хоть и у нас приходит весна, пока еще надо играть на закрытых площадках. Самое главное, какая погода, конечно, будет у нас внутри. Климат пока располагает к себе, и даже самим хочется постоянно переодеться в спортивную форму и перейти с трибун на площадку. У нас перерыв. Счет, напомню, 1-1. Сбербанк России встречается с Комусом. Второй 10-минуткой продолжается у нас сражение Сбербанка России и команды Комус. Напомню, 1-1. Первый тайм был очень любопытным, но, как мне кажется, командам не удалось по-настоящему раскрыться и вот, сыграть на каком-то внутреннем чутье. Именно такой футбол всегда доставляет наибольшее удовольствие нам, как зрителям. Сейчас интересно, какое решение примет судья. Будет это штрафной ввиду подката? Да, действительно, это штрафной удар. Позиция для того, чтобы нанести прямой удар, конечно, не самая лучшая, но здесь можно придумать, как разыграть. Напомню, лучше. Небольшой технический перерыв у нас состоялся. Надо было сделать объявление по полю. Уж не знаю, слышали вы его или нет, дорогие друзья. Но если вы до вас информация дошла о лотерее, должен вам сказать, что для того, чтобы в ней поучаствовать, обязательно нужно приехать к нам на стадион. Сейчас хороший был удар по воротам Чекуновой. Хоть складывался он. У нас впечатление было такое, что чуть-чуть поточнее. И тогда даже Игорь не сможет среагировать на удар. Ну, такая игра становится более... Да, живой, да, идет интересно. Да, второй тайм что-то как-то более динамичнее начался, нежели чем первый. Это видно, что команды уже как следует разбегались, размялись. И вот Сбербанк атакует. Почаще стал атаковать. Ищет возможность для забития второго гола. И практически могли это реализовать. Но на высоте вратарь, который вовремя перекрыл удар опасный. Ну вот так вот начался второй тайм с атак Сбербанка. Посмотрим, что это им принесет в дальнейшем. Ну да, если судить именно по той паре минут, которые команды сыграли во втором тайме, то можно сказать, что переходит потихонечку преимущество к Сбербанку. По крайней мере, у них атаки получаются, ну, более интересными. Вот я начал говорить о том, что не раскрылись команды в первом тайме. Была такая определенная скованность. Ну, сковывает в первую очередь, конечно, соперник. Но все-таки у нас конференция такая, в которой
нужно играть, что называется, от себя и навязывать свою игру тем соперникам, которые находятся на другой половине поля. Времени у нас еще очень много впереди, поэтому, думаю, увидим мы еще забитые мячи. Сейчас здорово отработал Сбербанк в обороне, что примечательно. Не прижимаются они к воротам, и когда идет в их сторону атака, но отходит назад ровно столько игроков, сколько нужно, чтобы отобрать мяч. Атакует два игрока соперника, значит, два сбербанковца отходят назад. Может быть, рискованно в некотором смысле, но пока можно говорить о том, что таких промежуточных победителей не судят. Локтев с мячом сейчас вырезал. Здорово, передачу. Немножечко не хватило для удара. Потому что уже оказался на паркете Андрей Мареев, вратарь Сбербанка. И если бы послать мяч вторым этажом, было бы все намного интереснее. По-моему, первый угловой в этом матче сейчас будет выполнен. Ну, как Сбербанк их натренировал? Пока не до конца понятно. Был опасный прострел, хотел, наверное, сделать, чтобы кто-то подставил ногу. Но после такого передачи там очень сложно, наверное, было подстроиться. И поэтому логично, что аут. Вот. А тем не менее, у нас уже 4-3 по фолам. Матч начинает превращаться в свою такую интересную борьбу. И вот атака Сбербанка могла быть. И вот контратака Комуса 3 в 1. Что используют они как? Это преимущество, удар и прекрасная комбинация, завершающая красивым голом. Это еще раз говорит о том, что не забиваешь ты, забивает тебе тут же в контратаке. Комус наказал Сбербанк за ошибки. Прекрасно разыграли на третьего и прекрасный гол, что могу еще сказать. Так что у нас уже страсти накалились. Вот, Комус вышел вперед в очередной раз. Посмотрим, сможет ли Сбербанк теперь отыграться, либо сдаться на милость победителю. Константин Никитин забил этот мяч очень уверенно, очень действительно просто сыграл Комус. Как на тренировке. Вышли 3 в 1 и... В определенный момент было волнение. И у нас что, не смогут они забить? Да, наверное, и у самих игроков тоже очередное нарушение правил. И это пятый фол для Комуса. Как-то так очень незаметно они все прошли. Никакой жесткости не было. Шестой фол, и все последующие будут наказываться 10-метровыми ударами. Ну, а сейчас пока опасный штрафной. Ну, времени еще... много. Для шестого фола его хватит точно. И пусть Чекунов постоянно феерит и своими могучими плечами отбивает пенальти. Это его уникальная техника. К слову, очень очевидно, абсолютно очевидно было, что именно так будут разыгрывать. Оставили девятого номера. Да, странно, стоя в стенке, вратарь, к сожалению, не мог подсказать игроку, который был, мне кажется, лишним одним из них. Потому что он, как бы, и еще один игрок, в принципе, перекрывали, да, возможность удара. А игрок из Сбербанка оказался один и здорово использовал момент. Поэтому, наверное, ошибка ближняя, больше тактическая команды. Но вот уже интересно, 2-2, и уже опять натиск. И, скажем так, градус матча уже повышается, уже... Комус должен быть очень аккуратен, но и также Сбербанк, 4 фола у них присутствует, но у ребят еще есть 2 ошибки для того, чтобы был пенальти назначен, а у Комуса все-таки одна, поэтому посмотрим, как это будет. Ну вот видно, что только начинается сезон. С одной стороны, Комус так здорово реализовал большинство свое в контратаке, а сейчас такая ошибка, не свойственная для них абсолютно. Все-таки... надо было увидеть опасность со стороны надвигающегося игрока. И вот здесь контратака получается хорошая. Может быть, стоило и поворотом ударить. На счастье, несмотря на большую... Тебя бы убрал, было бы красиво, наверное, да? Он бы пролетел бы мимо, и вот это бы исполнение было бы. Моментище очередное сейчас случился. Могли забить, да. И опять потеряли игрока на штанге. Ну, тем интереснее. Это все-таки начало сезона. Здесь будут сделаны те ошибки, которые в итоге, наверное, окажутся решающими. И побеждает в таких первенствах команда, которая с первого матча
играет здорово. Ну и посмотрим, насколько физически форма готова команда. Уже видно, что команды немножечко подустали, потому что все-таки, учитывая количество игроков, достаточно небольшое у каждой команды. И, соответственно, с заменами очень тоже тяжеловато. Но вот зеленый Сбербанк пока контролирует мяч. Но посмотрим, хватит ли их на весь матч, потому что у них практически нет замен. Вот, в отличие от Комоса. Но вот сейчас и как раз кажется физическая подготовка команды и как они готовы. Потому что концовка всегда напряжная, потому что команда уже подустает, где-то ошибки пошли, невнимательность. И вот на последних бывает минутах и решаются матчи такого плана. Ну да, действительно, только один сбербанковец сидит на скамейке запасных. На таком стуле запасных получается. У Комуса три игрока, но надо сказать, что они все, что называется, играющие. Эти люди действительно способны выйти и игру только усилить. Но вот запасного Сбербанка я на поле, честно говоря, не припомню за прошедшие там 16-17 минут. Тоже хороший момент, но здесь большой Чекунов, и его с такого острого угла пробить очень тяжело. Очередная атака 2 в 2, прошу прощения. И вот снова должен заметить характерную для Сбербанка черту о том, что два игрока, которые оставались у чужих ворот, не пошли назад, рассчитывая на то, что справятся их партнеры. Ну, это любопытно, потому что в основном мы привыкли видеть другое. Когда идет контратака, все срываются со своих мест и бегут. Ну, посмотрим, как будет в остальных матчах. Вот сейчас, ну, конечно, ждал игрок фала. Достаточно долго мяч держал, но это тоже часть игры. Здесь ни в коем случае нельзя. Посмотрим, как реализует 10-метровый удар Сбербанк. Хотя хороший момент для них выйти вперед. Посмотрим. Ну, опять же, здесь, конечно, все надежды на Чекунова. И, с одной стороны, боюсь я его сглазить, а с другой стороны, ну, не думаю, если честно, что мои какие-то слова могут повлиять на него. Далеко немножко, да, да, и вратарь все-таки габаритный. Не так просто ему будет забить в этой ситуации. Ну, посмотрим, насколько футболист может реализовать свой момент. Ну да, 10 метров практически из большого футбола. Ну что ж, Чекунов отражает этот удар, и, кстати, нанесен-то он был на последней секунде нашего матча, поэтому 2-2, и мы ждем продолжения. А матчей у нас сегодня очень и очень много.